Вы смотрите самые шокирующие гипотезы. Быть может, единственный познавательный проект, в котором мы с вами, без ущерба для репутации, можем говорить о самых невероятных версиях, шокирующих гипотезах, умопомрачительных загадках, разоблачениях и мистификациях. Вопрос, который вот уже много лет живо интересует научную общественность, ну и, конечно, нас с вами. Кто построил таинственный Стоунхедж? Грандиозные египетские пирамиды? Самый загадочный город земли русской, древний Аркаим? Принято считать, что это сделали первобытные люди. Они перетягивали камни по земле километр за километром, так и построили. Вопрос только, зачем им понадобился этот мартышкин труд? Делать им было нечего, только что каменные глыбы переносить с места на место, что ли? Однако самый главный парадокс этих памятников доисторического творчества все-таки в другом. Однажды, в порядке эксперимента, современные инженеры решили повторить достижения древних строителей, и у них ничего не получилось. То есть, без помощи современной строительной техники, кранов, бульдозеров, бетономешалок, не получилось перетаскивать камни такой тяжести. Не получилось поднимать их на многометровую высоту и укладывать с такой филигранной точностью. Вот в попытках найти ответ на этот вопрос и была выдвинута поистине шокирующая гипотеза, согласно которой все эти грандиозные сооружения древности строили, конечно, древние люди, но только не сами, а под руководством могущественных и технически очень продвинутых незнакомцев. Сегодня в нашей программе вы увидите. Куда исчезла четвертая великая египетская пирамида? Она бы дополняла эту белую пирамиду, которая по известным источникам, достоверно известным, выглядела как пасхальная пирамидка. Как в древности поднимали многотонные блоки. Если хотели поднять что-то тяжелое, требовался большой размах крыла. Почему саркофаг фараона – это устройство связи? Ощущение, что непосредственно ты находишься на телепатическом мосту, что на тебя вот направлено внимание. И откуда в Сибири самые древние в мире пирамиды? По законам выветривания наши это подревнее будут маленькие. Перед вами редкий архивный документ из Королевской библиотеки Дании. Это план долины Гизы, нарисованный по всем законам картографии 18 века. Три великие пирамиды Хеопса, Микерина и Хефрена на своих местах. Но смотрите, здесь есть еще одна, четвертая пирамида. Как такое возможно? Откуда она взялась? Плато Гизы изучено вдоль и поперек. Здесь не одно десятилетие ведутся масштабные археологические раскопки. Как могла бесследно исчезнуть целая пирамида? Чертеж был создан датским военно-морским капитаном Фредериком Норденом. Во время путешествия в Египет и Нубию он делал зарисовки памятников архитектуры и составлял карты. И все они превосходного качества. Мог ли военный мореплаватель перепутать количество пирамид? Вряд ли. К тому же в примечании он сообщает детали. Четвертая пирамида построена из черного камня, такого же твердого, как гранит. Вершина мегалита увенчана кристаллом. Через 100 лет после Фредерика Нордена в Северную Африку отправился Наполеон с войсками и сотней разных ученых. Было составлено подробное описание долины Гизы. Черной пирамиды уже не существовало. Может, к этому времени она была разрушена? Или древний мегалит, увеченный огромным кристаллом, успели скрыть от завоевателей? То, что было до наполеоновской эпохи, то есть мы сейчас об этом говорим, да? Это тоже вопрос очень интересный. До наполеоновской эпохи нам практически известен мизер. И если кто-то мог придумать про черную пирамиду, я очень сильно сомневаюсь. То есть, скорее всего, действительно она была. Черная пирамида была. Археологи доказали, раньше долина Гизы выглядела иначе. Знаменитая пирамида Хеопса была облицована отполированными до блеска плитами из белого известняка.
Ее сияние символизировало могущество бога солнца Ра. На вершине гигантского строения был установлен камень Пирамидион. В 1168 году Каир завоевали и разграбили арабы. Пострадала и Великая пирамида. Местные жители использовали прочные плиты под строительство новых домов и храмов. Может, на самом деле неподалеку от Белой пирамиды находилась четвертая, черная? Мир двуполярный. И вот эта поляризация мира, она и является одним из важнейших свойств, которое позволяет нам познать этот мир. И похоже, что именно черная пирамида дополняла эту белую пирамиду, которая по известным источникам, достоверно известным, выглядела как пасхальная пирамидка. Пирамида Хеопса. Как творожная пирамидка, белоснежная. Невероятно. Но по одной из гипотез, четвертую черную пирамиду можно увидеть и сегодня. Она до сих пор стоит на своем месте. Только в другом измерении. Древние египтяне верили в существование трех миров. Земное обозначали иероглифом «Та». Нижний мир считался царством бога смерти Осириса. Небесное царство – обителью бога Ра. И зеркальное отражение долины Гизы, ее пирамид и сфинкса, есть во всех трех мирах. Вот если два пазла наложить, видимое Гизы и невидимое, то там создается не просто четвертая, там получается еще и пятая пирамида появляется. И вот эта ось симметрии, ее можно обнаружить, и она конкретно выделена вот как раз на плато Гизы. Эта весьма смелая гипотеза опирается на научные знания. В 20 веке американский физик Хью Эверетт создал квантовую теорию параллельных миров. Ее еще называют теорией суперструн. В результате ученые доказали, что все элементы мира – это колеблющиеся нити и мембраны энергии. Параллельные миры существуют на разных частотах. Как в радиоэфире одни частоты могут пустовать, другие – быть заняты развитыми цивилизациями. Эти миры, мы их можем так называть параллельными мирами, эти семь параллельных миров, они созданы без гравитации, точнее, без внешней гравитации. На них сейчас обитает много разных цивилизаций. Могли ли создатели пирамид владеть знаниями из области квантовой физики? Если плато Гизы – это портал в другие измерения, то как он работает? Фотосъемка с воздуха показала, что египетские пирамиды расположены на линии, которая соответствует спирали Фибоначчи. Свое название эта геометрическая фигура получила в честь математика Леонардо Фибоначчи. В 13 веке он открыл последовательность, в которой происходит рост растений, и выразил ее с помощью чисел. Оказалось, что форма идеальной спирали присутствует в строении костей человека, в расположении семян подсолнуха, раковинах моллюсков. Это схема самой жизни. В отличие от идеальной спирали золотого сечения, спираль Фибоначчи имеет точку отсчета. В долине пирамид, по одной из версий, такой точкой является камера царя в пирамиде Хеопса. Именно поэтому она находится не в центре сооружения, а смещена влево. По другой версии, точкой отсчета следует считать древний колодец, расположенный в нескольких километрах от пирамид. К этому колодцу нужно либо на верблюдах, либо на лошадях подъехать. То есть пешком достаточно это долго. Если описать вот кривую, которая от этого колодца проходит по вершинам, соединить вот эту линию по вершинам трех пирамид, то получается, что там кривизна спирали, которая разворачивается, это так называемая спираль Фибоначчи. Она разворачивается и уходит своим направлением к центру галактики. Откуда тысячи лет назад строителям пирамид было известно о последовательности Фибоначчи, открытой только в средние века? Кто сумел воплотить этот принцип сакральной геометрии в архитектуре?
И зачем было связывать комплекс пирамид Гизы с центром галактики? Кто-то в далеком прошлом должен был принести знания о том, как строить пирамиды на эту планету. Возможно, эти знания были переданы с группы звезд, в которую входит Сириус, созвездие Ориона и Плеяды. Наши предки строили их по соответствующим стандартам из соответствующих материалов. И благодаря этим знаниям появилась глобальная человеческая цивилизация, система, которая связывает все пирамиды. Барельеф, который вы видите на экране, выставлялся в Каирском музее. В его нижней части изображен Анубис и фигуры людей, восхваляющих Бога. Над ними простираются гигантские крылья. При этом непонятно, кому они принадлежат. К тому же к крыльям прицеплено нечто, похожее на веревки. Барельеф заинтересовал американского исследователя доктора Марин Клемонс. Она выдвинула смелую гипотезу. Древние египтяне запечатлели огромного воздушного змея или летающий парус, устройство, которое позволяло, используя силу ветра, строить пирамиды. Сохранился и написанный иероглифами текст, в котором сказано: «Пирамида воздвигнута невидимыми богами с неба». Египтяне отлично записывали историю. У них было множество иероглифов для всех случаев жизни. Нужно свежим взглядом посмотреть на тексты и рисунки. Я видела у египтян многоуровневые воздушные змеи-паруса, которые выглядели надежно. Такими и поднимают тяжелые предметы. Они выглядели как крылья птиц. Такие конструкции могли бы перемещать каменные блоки. Египтяне умели использовать силу ветра. Известно, что они строили быстроходные парусные суда, на которых выходили в открытое море. Но могли ли они создать подъемный механизм, позволяющий перемещать многотонные блоки, поднимать их на сотню метров вверх и опускать с небес, точно укладывая один блок на другой? Древние египтяне были моряками. Они прекрасно чувствовали себя в море. Мы знаем, что они ходили на кораблях вверх и вниз вдоль материка. Часто бывали в Средиземном море. Даже есть теория, что они доходили до Южной Америки. Они знали, сила паруса, сила ветра — это очень мощная сила. Почему бы ее не использовать вместо того, чтобы жару вручную тянуть и таскать многотонные глыбы? Если вы хотите знать, существует ли хоть одно вещественное доказательство контакта с инопланетянами, как мы собираемся осваивать космос и что было с нашей Вселенной до Большого Взрыва, эта книга для вас. «Тайны космонавтики». В ней рассекреченные документы из архивов закрытых институтов и военной разведки, а также воспоминания участников и очевидцев, захватывающие битвы за космос. Информацию об этой книге вы можете получить на сайте прокопенко.тв. Сейчас на экране уникальные архивные кадры. Доктор Марин Клемонс вместе со специалистами Калифорнийского технологического института проверила свою гипотезу. Рискованный эксперимент проходил неподалеку от городка Розамонт в пустыне Мохаве. С помощью огромного воздушного змея, системы блоков и опорной рамы в воздух поднимают обелиск весом в 3,5 тонны. Он принял вертикальное положение за 25 секунд. Нам понадобился всего один воздушный змей, похожий на большой парус, и ветер скоростью 4 метра в секунду. Обелиск приподнимается, а два человека придерживают его. Он продержался в воздухе целый час. И я думала, класс, мы перенесем эту технологию на более большие конструкции. Чтобы эксперимент удался, потребовалось 3 года. Неудачи случались из-за непрочной парусины, плохой погоды, просчетов инженеров. После того, как стало ясно, что гипотеза верна, приступили к масштабному строительству. Следующей конструкцией была вот эта огромная пирамида, построенная в Калифорнии. Она похожа на египетскую. Каждый ее блок весит около 2 тонн. Общий вес сооружения составляет 106 тонн. В это трудно поверить, но с помощью силы ветра Калифорнийскую пирамиду построили всего за 3 дня. Свою технологию доктор Марин Клемонс теперь планирует применить на территории Египта.
С помощью ветра поставить в вертикальное положение древнеегипетский обелиск, найденный в одной из каменоломен. Он весит 30 тонн. Финансирование проекта берет на себя Национальное географическое общество США. Если технология работает, может, и египтяне использовали силу ветра, знали, как приручить стихию. Один из вопросов – что им требовалось, чтобы использовать силу ветра? Само собой, это были сложные конструкции. Они настилали парусины слой за слоем, что являлось очень прочным материалом. Конструкция была многодетальная. Когда я проводил эксперимент, ветер колыхал мою перчатку. Я поняла, что можно маневрировать. Так египтяне могли манипулировать этими парусинами, чтобы менять положение потока в пространстве. Если хотели поднять что-то тяжелое, требовался большой размах крыла. Древние египтяне верили, что пирамиды можно построить только по воле богов. Создатели этих величественных сооружений подчинили себе камень и ветер. Но, возможно, они управляли не только стихиями. Им было подвластно и время. В 1974 году в парижском аэропорту со всеми воинскими почестями, полагающимися при визите главы государства, встречали самолет из Египта. В паспорте пассажира в графе «род занятий» значилось «король скончавшийся». Пассажиром оказался фараон Рамзес II. Точнее, мумия правителя, умершего еще в 1213 году до нашей эры. Оформить фараону современный паспорт и спешно вывести артефакт в Европу заставило серьезное обстоятельство. Мумия быстро портилась. Однако процесс разложения начался только после того, как ее извлекли из саркофага. В саркофаге она хранилась больше 3000 лет. Мы сталкивались и не однажды, что если мы что-то помещаем в пирамиду, время там не идет, там по-другому все, там не портятся трупы часто, там происходят какие-то чудесные вещи, там по-другому течет время. Черты лица фараона, правившего Египтом во времена Моисея, остались узнаваемыми. У фараона вытянутый череп, высокий лоб, крупный нос, на голове рыжие волосы. Сколько еще тысячелетий могла бы пролежать эта мумия, если бы ее не нашли арабские грабители гробниц? Для чего фараоны так стремились сохранить свои тела? По одной из альтернативных гипотез, они верили, что смогут вернуться из царства Аида с помощью пирамид. Это как порталы. Известно, да, термин? Порталы – это такие, значит, места, специально созданные или искусственно образованные, через которые можно, человек дематериализуется, и на определенном расстоянии, удалении, опять материализуется на каком-то другом месте. Гробница фараона Тутанхамона избежала разграбления. Археологи были шокированы, когда увидели ее содержимое. Для составления описи найденного понадобилось несколько лет. Вместе с мумифицированным фараоном в погребальный зал поместили 5000 предметов быта, килограммы золотых и серебряных украшений, произведения искусства, позолоченную колесницу, одежду, письменные принадлежности и даже пучок волос любимой бабушки. Зачем было собирать все эти сокровища, если усопший правитель не собирался снова ими воспользоваться? Может, фараоны на самом деле планировали вернуться из потустороннего мира и знали, как это сделать, к примеру, поместив свое тело в саркофаг? Естественно, никто никогда никого не хоронил в саркофагах. Это совершенно конструкция, она до такой степени снивелирована, и до такой степени там такое сочетание энергии происходит, что, ложась в сам саркофаг, происходит достаточно очень серьезная активизация тех способностей или активизация тех дистанционных чакр, которые и через которые с нами начинают общаться. Кто? Те, кто организовал вот этот так называемый портал, который действующий. Если саркофаг – это не гробница, то для чего он предназначался?
Инженер-строитель-исследователь Владимир Негодаев полагает, что это машина для путешествий между мирами и связи с создателями пирамид, представителями высокоразвитых цивилизаций. Запустить этот аппарат можно с помощью звука. К примеру, известной мантры «Ом». Такой эксперимент Негодаев провел в камере царя пирамиды Хеопса. Это нельзя как-то сравнить с тем, что как бы тебе уже известно. Но вот те переживания, те ощущения, что непосредственно ты находишься на телепатическом мосту, что на тебя вот направлено внимание, происходит универсальная калибровка и настройка, как, знаете, вот как камертон настраивает музыкальный инструмент. Точно так же вот возникает вот эта настройка через звучание вот этого камня, вот этого саркофага, вот именно в конструкции, в этом мегалите пирамиды. И именно в Хеопсе вот это явление, вот это действие происходит. В камере царя звуковой эффект усиливает само пространство. Стены из асуанского гранита были отполированы, вероятно, для лучшего отражения звуковой волны. На плитах нет никаких рисунков или украшений. Помещение больше похоже на техническое. Нет ритуальных надписей и на самом саркофаге. За несколько поездок в долину Гизы Владимиру Негодаеву удалось исследовать воздействие на человека не только камер фараона и царицы. Его допустили в малоизученный боковой тоннель, обычно закрытый для туристов. О предназначении этой камеры египтологи до сих пор спорят. Она тупиковая. Дело в том, что в нее только можно на четвереньках вползти, но она тупиковая. И сама камера, она сама напоминает всем своим строением, что, уткнувшись в тупик, развернись и ляг на спину, потому что там единственная самая удобная поза. После сеансов связи внутри пирамиды Хеопса исследователь пришел к выводу – создатели пирамид никуда не исчезли. Высокоразвитая космическая цивилизация может в любой момент выйти на связь с землянами. Пирамиды способны передавать информацию и трансформировать материю на расстояние. Но к этому процессу должен быть готов человек, вошедший внутрь мегалитического комплекса. Сами пирамиды напоминают о том, что мы не отделим от макрокосмоса. Это как раз вот, можно сказать, что звездный портал сохранили и оставили для нас, для землян, старшие наши предки. И, естественно, это не обезьяны. О связи пирамид Гизы со звездами научный мир всерьез заговорил благодаря египтологу Роберту Бьювиллу. Он создал теорию корреляции пирамид по Ориону. Доказал с помощью точных расчетов, что эти древнейшие сооружения планеты ориентированы на небесные тела. Есть две большие или две яркие звезды в поясе Ориона. Всего в поясе три звезды, и третья, менее яркая звезда, чуть смещена. Пирамиды на Земле расположены относительно Нила так же, как пояс Ориона расположен относительно Млечного Пути. Так что получается, что у нас есть карта в небе, которая схожа с тем, что есть на Земле, и наоборот. Это стало известно как теория корреляции по Ориону. Другой египтолог Ларри Хантер проверил расчеты своего коллеги. Он применил новейшую технологию GPS, которую используют в мореходстве. С помощью глобальной системы навигации и определения положения Хантер обнаружил невероятное. Оказывается, небесные тела созвездия Орион дублируют и другие объекты в долине Нила. Частью этой небесной карты являются пирамиды и храмы возле деревни Абу-Руваш, в 8 километрах к северо-западу от плато Гизы. Я обнаружил, что при строительстве соблюдались все законы гравитации и астрономии. Я сам мореплаватель, служил на флоте. И я с удивлением установил, что в структуре пирамиды заложены те же принципы, которыми люди в наше время руководствуются при навигации судов. Широта, долгота, прямое восхождение, ориентирование по сторонам света, все законы Вселенной и движения. Этот язык был мне очень хорошо понятен. Этот метод позволил определить и возраст пирамид. Выяснилось, что они гораздо старше, чем считает академическая египтология. К
Координаты пирамид и других сооружений в долине Нила точно соответствуют положению звезд в созвездии Ориона. Но таким это положение было 12,5 тысяч лет назад. Если вы захотите вернуться в прошлое, как это сделали мы с помощью современных компьютерных программ, вы сможете увидеть, как выглядело небо и звезды на нем в любой период. Создатели пирамид сделали это специально, потому что знали, когда пройдет много времени, все древнейшие языки будут забыты. Только камень сможет передать это важное послание. А теперь внимание! Дорогие зрители, 26 января, в пятницу, новый выпуск нашей новой программы «Страшное дело». Не пугайтесь, ничего страшнее того, с чем мы и так сталкиваемся каждый день, в программе не будет. А что будет? В нашей постоянной рубрике «Рептилоиды нашего времени» будут новые факты беспредела чиновников и просто хозяев жизни, которые врут и воруют, свинячат, показывая всякие корочки, а чуть возьмут их за задницу, сразу норовят предать всех, кого можно, да и свалить за границу, где уже заготовлено теплое стойло с мордатой любовницей. Оппозиционерам, которые тоже хороши, все норовят Крым кому-то отдать, поливают страну грязью, а потом выясняется, что они-то и есть тот самый секретный проект Кремля. В рубрике «Спалите наши шкуры» поговорим о богатых и знаменитых, которые выходят на сцену в дешевых трениках, матерятся как уголовники, а потом рассказывают, как не повезло им родиться в такой паршивой стране. Они показательно свинячат, заказывают про себя скандалы, а потом они спиваются, болеют, остаются одинокими. И тогда в несчастном инвалиде или перетянутой старухе с трудом можно узнать отмороженного секс-символа, который думал, что эта музыка будет вечна. Еще будет рубрика «Только не глотай» о всех ненормальных мировых телешоу, которые невероятно популярны в мире. Ну а в околонаучной рубрике «А земля-то плоская» расскажем о самых невероятных, шокирующих, взрывающих мозг гипотезах, фактах и мистификациях, на которые так щедра окружающая нас действительность. Итак, в пятницу в 18:00 и почти до полуночи программа «Страшное дело». Не знаю, будет ли кому-то страшно, но обещаю, что скучно не будет точно. Теотиуакан – самый известный комплекс древних пирамид западного полушария. Здесь возвышается и самая высокая в Америке пирамида Солнца. Сооружения Теотиуакана выстроены вдоль широкой улицы. Ацтеки называли ее «дорогой мертвых». Она начинается у цитадели, площади, на которой расположена ступенчатая пирамида Кецалькоатля, и ведет к пирамиде Луны. Ученые обратили внимание, что дорога мертвых отклонена от направления на север на 15,5 градусов. Странная погрешность, учитывая масштабы и невероятную точность проектировки города. Британский астроном профессор Джеральд Хоукинс выдвинул версию, по которой в основе этой ориентации лежат астрономические расчеты. Она связана с осью Сириус-Плеяды. Пирамиды ориентированы не на планеты, а на звезды. Что такое звезды? Это неподвижные, скажем, тела. Планеты двигаются, они входят в систему, а звезды остаются неподвижными. Их смещение настолько минимально, ну, что там практически их считают неподвижными. И, судя по всему, управление-то идет из каких-то звездных там, галактик или из каких-то созвездий. Создателями древнего города Теотиуакан академическая наука считает индейцев Мезоамерики. Но почему, достигнув таких небывалых высот в геометрии, архитектуре и строительстве, больше они таких городов не создавали? Даже уникальная технология каменной кладки с тех пор не применялась. Каждый камень, как если бы вы его прошили на машинке, маленькими белыми прошит камушками, как будто бы это вот такая строчка. Как это можно было сделать? Что, каждый камень вбивали вот этими маленькими камнями? Коренные народы Мезоамерики считали эти сооружения священными. На их вершинах жрецы приносили жертвы богам. Фактически во время этих ритуалов моделировали будущее.
чтобы победить в войне, получить богатый урожай, остановить эпидемию. Так жили столетия за столетием. Значит, пирамиды работали. Они разделялись на сооружения с усеченной вершиной, остроконечные, с установленными на самом верху кристаллами. Есть такая версия, что вообще пирамиды использовались для дальней связи космической. Вот. И, возможно, установленные вот эти камни, которые назывались там пирамидион или бен-бен на вершинах пирамид, они служили именно таким кристаллическим проводником той энергии, которую концентрирует сама пирамида. Посмотрите на это невероятное сооружение. Прямоугольные гранитные блоки уложены вертикально. Они поставлены на боковые грани и прижаты друг к другу. Похоже на чистокол из гигантских каменных плит. Геологи обнаружили эту полуразрушенную каменную стену на восточном склоне горы Куйлюм в Горной Шории. Они назвали ее гармошкой. Но в этом районе Западной Сибири никаких древних построек никогда не было. Откуда мог взяться фрагмент мегалита? Очевидно, что природа таких конструкций не создает. Мы его назвали гармошкой, потому что там вертикально стоящие эти гранитные блоки, даже это, разной толщины. Почему-то вот мы так заметили, что к середине толще они, а по краям чуть потоньше. Но снизу присутствуют горизонтальные плиты, и сверху как перекрытие идет. В 100 метрах от стены гармошки геологов Вячеслава Почеткина и Александра Беспалова ожидала еще более сенсационная находка. Они открыли гигантский мегалитический комплекс и древнюю пирамиду. В Горную Шорию исследователи пригласили историка, антрополога Георгия Сидорова. Тот организовал экспедицию. 19 специалистов из Москвы, Томска, Барнаула, Кемеровской области поднялись на гору Куйлюм, чтобы выяснить, природное это чудо или рукотворное сооружение. Допустим, вот эта стена, там на расстоянии 1,5 километра находится треугранная пирамида Куйлюм. Дальше еще 5, ну, от лагеря почти 5 километров есть гора Сурак. Сурак. Название. И он так и называется. Куйлюм-Суракский этот мегалитический комплекс. Археологи-академисты уверяют, что если в древности в Сибири что-то и возводили, то только погребальные курганы и каменные изваяния. Эти бескрайние просторы тысячелетиями оставались диким безлюдным краем. Кто мог построить высокую каменную стену и трехгранную пирамиду в Горной Шории? Неужели на территории России есть мегалитические сооружения, которые могут оказаться ровесниками египетских пирамид? Ну вот гора Беспалова, которая называется гора Куйлюм, я там был, удивительная гора, на ней как свечка стоит камень гранитный ровный такой, и гора имеет ровную форму. Ну, многие говорят, что это геологический объект, но поскольку я геологию изучал, книжек много прочитал, какие попадали, то в геологии нигде таких образований не описано. В геологии сказано, что граниты располагаются матрасами, и объяснить это можно. А здесь граниты у них рядом с горой Куйлюм кубами, причем одни кубы вот так стоят, другие вот так. Это получается как мегалитическая кладка. Некоторые под углом сложены вот так, вот одна в одну входит, вот так. Трехгранная пирамида у горы Куйлюм выложена мегалитическими блоками. Некоторые из них, по оценке геологов, весят до 1000 тонн. Поверхность отлично обработана. Похожие гигантские гранитные блоки сохранились в Баальбеке, на территории современного Ливана. Знаменитый южный камень очень похож на те, что найдены в Сибири. Только в отличие от руин Баальбека, сибирские мегалиты до недавнего времени были недоступны, скрыты зарослями тайги. Увидеть весь комплекс стало возможным после сильных лесных пожаров. По оценке исследователей, мегалитические строения Горной Шории могут быть старше Баальбека и легендарного Мачу-Пикчу в Южной Америке. Наши, как бы, вот по законам выветривания, наши это подревнее будут, маленькие. Потому что там вот более-менее, они прямоугольные формы просматриваются на полигональной кладке, а у нас на блоках, но они уже как округлые идут. И интересно, что очень много там металла, магнитные они. Вот, допустим, магниты, ну, это молотки подмагниченные, они почему-то липнут.
По результатам нескольких экспедиций ученые сделали вывод. Сооружение на горе Куйлюм имело кольцевую структуру. Его диаметр с севера на юг 5 километров, площадь 18 квадратных километров. Значит, в горной шоре в древности существовал целый мегалитический город. Его частью была и река, которая огибает склон. Ее берега оказались выложены каменными плитами. Я по горной системе много шарохался. Вот у нас в геологии учили Курум, каменная река и прочее. Но там Курум особенный. Прямоугольный Курум. Очень много плит, гигантские. Вот, допустим, если это давно было, очень давно, то со временем в результате выветривания, морозного растрескивания, все это должно было рассыпаться, короче, чуть ли не в гравий. В щебень, то бишь, не в гравий. А вот они, прямоугольники, валяются. Прямоугольные плиты довольно большие. Самая большая 15, толщина 2,5 и ширина 8. А теперь информация для моих постоянных зрителей в Курске. Дорогие друзья, 25 февраля в 19:00 в Курске в концертном зале «Мега Грин» состоится наша с вами творческая встреча. Будем говорить об истории и нашей сегодняшней жизни, о военных тайнах и самых шокирующих гипотезах, о великих заблуждениях и фактах нашей действительности, о которых я не всегда могу говорить с экрана. Отвечу на все ваши вопросы. Билеты на сайте tiktok.ru и в кассах концертного зала. Обменяемся автографами, пофотографируемся, поговорим. Итак, 25 февраля в 19 часов встречаемся в Курске в концертном зале «Мега Грин». На этот вечер не планируйте ничего важного. Самое внушительное сооружение древнего комплекса – оборонительная стена. Она отделяет одну часть склона горы Куйлюм от другой. На кадрах, снятых с высоты птичьего полета, хорошо видно, что стена ровная. Она построена из монолитных каменных блоков. Издалека сооружение можно было бы принять за природное образование. Однако вблизи видно, что здесь применяли скрепляющий строительный раствор. Шов видно капитально. А местами даже, вот сейчас нам ребята подсказали, что возможно, как раствор. Тот же гранит, только зернистость другая. Блок выше, блок ниже. Между ними такая прослоечка, рассыпающаяся уже. И зернистость маленько другая. Но это надо проводить анализы. Ну, в смысле, всякие разные. Петрографические в том числе. Ученые со всего мира исследуют пирамиды Египта и Мезоамерики. Пытаются выяснить, кто и для чего их построил. По мнению ряда археологов, теперь в этом списке и мегалитический комплекс Горной Шори. Высока вероятность, что именно в Сибири сохранились самые древние пирамиды Земли. Житель поселка Тёба Кемеровской области Виктор Харин много лет собирает древние артефакты. Его дом превратился в музей. Здесь хранятся орудия труда, предметы быта народов Сибири, фрагменты окаменевших деревьев, возраст которых миллионы лет. Недавно Виктору сообщили, что прямо у него под носом возвышается древняя пирамида. Она всего в сотне метрах от поселка. Одна из посетительниц музея первой заметила невероятное сходство горы с пирамидой. Она сразу уперлась вот в эту гору, вот которая напротив горы, вот эта треугольная, видите, ровный треугольник. Она уперлась. Вот это, говорит, у вас пирамида. Ой, говорит, впервые слышу, я даже не замечал и не думал, что пирамиду. Провести исследование своими силами краевед Виктор Харин не может. Ждет, когда находкой заинтересуются ученые. Сам же он внимательно присматривается к горам и холмам Кемеровской области. Что, если удастся найти и другие древние пирамиды? Результат уже есть. Виктор заметил гору с подозрительно ровными гранями к северу от поселка Тёба. Подножье горы или основание пирамиды омывает река Бельсу. Вполне возможно, они могут замаскироваться или измениться, разрушиться могут и изменить. Но у них может, их энергетика все равно может остаться. Надо проверять. Это видео снято во время экспедиции на Кольский полуостров. Вертолет пролетает над Лавозерскими тундрами. Здесь в радиусе сотен километров никогда не было ни населенных пунктов, ни дорог.
Внизу, на равнине, вы видите два невысоких холма. Это и есть цель исследования. Группа ученых из Института геотех и Пулковской обсерватории отправилась в Заполярье, чтобы проверить сенсационную гипотезу. На русском севере сохранились древнейшие на Земле рукотворные пирамиды. То, что участники экспедиции обнаружили за полярным кругом, шокировало. Стоят две большие пирамиды, высотой примерно с пятиэтажной, чуть выше дом, и между ними в виде насыпи сделана перемычка, длиной примерно более 500 метров. Именно перемычка, построенная из огромных каменных валунов, и обратила внимание исследователей на этот древний комплекс. Блоки уложены, как ровная стена. При этом очевидно, что они находятся на этом месте не одно столетие. На них оставили след время и суровые погодные условия Заполярья. Как древние горы, вот они в результате крошатся, так и этот камень. И это как бы наводило на мысль, что действительно это какое-то древнее строение. А буквально рядом лежат куча огромные валуны, которые не поросли ничем. И изначально складывалось такое впечатление, что это какой-то строительный материал, который привезли, но не использовали в свое время для строительства этих пирамид. Ученые провели замеры, чтобы определить, куда ориентированы грани холмов пирамид. Оказалось, что строго с запада на восток. В природе такая точность не встречается. Еще более шокирующий результат дало исследование, проведенное с использованием георадара. Он сканирует как рентген на глубину до 40 метров. Расшифровка полученных радиограмм показала, сооружение на Кольском полуострове бесспорно рукотворное. Пирамиды имеют такой, как пирог, слойное строение. И изначально они имели, значит, высоту примерно 5-6 метров. Потом каким-то путем были достроены до 10 метров, и между ними проведена вот эта перемычка. В последующем как бы они увеличили свою высоту до 15-20 метров. На этом как бы их строение закончилось. И вот эта надстройка этих пирамид, она явно носит антропогенный характер. Но кто мог построить пирамиды за полярным кругом? Об этих сооружениях не знают даже саамы, коренной народ, который жил в этих краях задолго до освоения полуострова. Скептики предложили версию. Холмы в форме пирамид с пустотами внутри – это хранилище промышленных или военных отходов. Организатор экспедиции Юрий Кудинов обратился за разъяснениями к военным. Они сказали, что нет ничего. Они сказали, что это к ним не относится, и ничего там у них нет. И если бы это было связано что-то с военными, то эти объекты бы охранялись. И что, значит, можете копать спокойно, нам вообще все равно до этого. Поэтому мы просто не начали этих раскопок, поскольку времени не было. Рукотворные сооружения в Заполярье впервые были найдены во время экспедиции Александра Барченко. В 20-е годы по заданию спецотдела ОГПУ она исследовала по официальной версии явление мерячения, похожее на массовый гипноз. По неофициальной искала залежи урана, за которыми тогда начали охоту все державы. В конце 20 века на Кольском полуострове дважды побывал русский ученый Валерий Демин. Он вместе с группой единомышленников искал в Заполярье следы древней исчезнувшей працивилизации. Тогда было составлено первое описание древних пирамид. Исследователи предположили, что этим сооружениям больше 10 тысяч лет. Но для чего они предназначались? И кто мог их построить? Всего в нескольких километрах от Кольских пирамид у Сейд-озера есть необычный наскальный рисунок. Это фигура человека высотой 74 метра. Возможно, рисунок – ровесник мегалита. Саамы считают, что это изображение бога Куйвы. Оно не меняется за это время. Стена сыпется, стена разрушается, а изображение продолжает висеть. И оно там не увеличивается, не уменьшается. Оно абсолютно соразмерно и пропорционально размерам человеческого тела. Советский геохимик, вице-президент Академии наук Александр Ферсман выдвинул версию, которая долгие годы считалась официальной. По ней этот наскальный рисунок имеет природное происхождение. Его образуют трещины в горной породе, черный лишайник и мох.
Но почему природное образование не меняется на протяжении как минимум сотни лет? Чью фигуру увековечили на барельефе высотой в десятки метров? Может, на самом деле он появился в тот же период, что и Кольские пирамиды? Или вовсе это портрет создателей древнейших на планете сооружений? Раскопки пирамид в Заполярье пока не проводились. Для масштабного археологического исследования требуется серьезное финансирование. Эти края вообще мало изучены. Везде пирамиды разные. Как бы, да? То есть, если, например, там пирамиды, которые находятся там, в Южной Америке, они достаточно похожи, там все друг на друга. Да? Египетские пирамиды, это тоже имеет свой отличительный характер. А вот именно пирамиды в виде таких холмов, которые как бы уже поросли, но которые еще как бы не исследованы, там не раскопаны, их достаточно много. Гигантские сооружения с идеально ровными гранями, казалось бы, нельзя не заметить. Но древние мегалиты обладают невероятной особенностью. Они исчезают на целые столетия. Пирамиды скрывают от людей густые леса. Их заносят пески, поглощают океаны. Случайно ли именно сейчас мегалиты снова появляются перед нами? Может, среди множества смелых гипотез уже есть единственно верная? И система пирамид, соединявшая все континенты, кем-то готовится к запуску. А на сегодня наши шокирующие гипотезы закончены. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незыблемыми. Сегодня я с вами прощаюсь, но встретимся мы с вами уже завтра в программе «Самые шокирующие гипотезы», как всегда, в 18:00.